А что, если дать фору оппонентам 0.50 на всю команду? Все, Магнус у нас дает крайнюю, да? 0.50, все, 1.50, одно там даже кого-то уже забрали. Команда рак. Команда рак, так, 0.4 есть. Кто у нас лидирует? Ну я лидирую по фиду. Да, блин, как обычно. Могу вот так вот, я хз. Лего на рипера. Камон, хоть что-то получилось. Подписчики, они будут специально пытаться закончить эту игру, будучи поняв, да, что мы пытаемся сделать. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». Сегодня у нас очень сильный видос. А что если дать фору оппонентам 0.50 на всю команду? Что будет? Что будет? Спросим мы, и сейчас будем смотреть на эту потную игру. Так, ну что, раскидал я, конечно же, ребятам уже свои роли. 10 нет, сейчас надо 0.10 и все. Вот так вот делаем. Ребят, в общем... Блин, как это сейчас страшно было, я уже думал все. Так, кого там банить? Алхимиста баним. Тиника банят. Инвокера забанили. Короче, смысл такой видоса, то что мы будем сейчас нереально люто фидить, конечно же, и потом постараемся это камбэкнуть. Надо нам, главная задача, это нам сделать 0.50. То есть мы сейчас должны с первых минут сделать 0.50 и после этого начать камбэчить. После этого. То есть это очень-очень серьезная такая затравочка на игровой момент. Реально очень тяжело, если честно, я вообще не продумал, на каких героях это нужно делать и на каких героях это вообще в целом будет профитно. Но, опять-таки, можно это попробовать на Урсе сделать, конкретно в моих руках, да, на Урсе. Потому что Урса, в принципе, он такой герой, что он может, ну, переворачивать, да, у него очень ранний пик формы. И, соответственно, за счет этого вы можете спокойно начинать двигаться. Все, хорошо. Так, разобрались. Если честно, очень, мне кажется, нужен такой герой, который будет хорошо стоять в дефе и можно будет как-то, не знаю, ну, камбэчить. Потому что, ну, тяжело. На самом деле, задача очень тяжелая. 0.50, вы, блин, вы просто вдумайтесь. 0.50 даем фору оппонентам. Что они будут делать? Как они будут действовать по этой теме? То есть 0.50. Вот. Что-то еще хочется такого, какого-нибудь героя экзотического, да, чтобы можно было... Как-то, ну, не знаю. Но не суть, короче. Сейчас будем пытаться, ребят. Обязательно обязательно поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал, чтобы не пропускать такие видосы. И я надеюсь, это видео вам понравится. Я надеюсь, оно понравится. Я не знаю, кого честно брать. Очень хочется взять Свена, потому что чувствую, что придется дефать мега-крипов. Магнуса не взяли, Фантома взяли. Сайленсер. О, сало. Это, блин, вообще не в тему. Сало — это персонаж, рядом с которым фидить просто нельзя. Черт, а у нас фид по 10. Сало контр лютый. Но, возможно, не с первой попытки, но запишем. У Свена и так инты мало. Прикиньте, еще сейчас пойти фидить. Это ужастик будет. Так, надо что-то такое, что может изи дефаться. Ну, Гаргона я не хочу. Гаргона я не хочу. Войда нет. Свена хочется почему-то. Свен будет такой. Фидер вонючий. Го, пусть... Да нет, вот я сейчас надумаю, рандом или нет. Пусть рандомит, наверное. Рандомит, наверное, пусть. Блин, у меня реально лютая дилемма, кого брать на эту игру. Очень лютая дилемма. Но сало, конечно, тут очень, очень лютый контрпик. Давайте сделаем Диана. О, Магнус на рандоме.
Блин, я, если честно, думал, Магнус нужен здесь в этом пике. И Мартретка. Давайте, ну, Магнус пойдет. Хорошо. Хорошо, пойдет. ХП, ХП. Знаете, что нужно делать? Чтобы не терять золото, мы сейчас закупимся на это золото. Сапог. ТПшечка. И... раз, раз. Все, это мы несем. И идем фидить. Все, поехало, ребят. Поехало. Я хейл, парни. Чем раньше по 0.10 сделаете, тем раньше идем на лайны. Хорошо, погнали. Ракманда, пуср. Ракманда, пуср. Пуср, пель. Кура не дал. Найс. Пошло дело. Пусор. Сейчас еще и сдохнет на Фениксе, господи. Не убивайте никого, плюс. Никого не убивайте. Плюсую. С ТПшки не хочу идти. ТПшку на Некс заюзаю. Там сало. Вот сало, вот это, конечно, жесть. Сало это жестко. Вот эту ману сбить надо. Блин, но сало, конечно, это лютый. Сало, конечно, такой хитрый. Салу нет, салу фидить нельзя. Вы чё? Сало это же минус интеллект. У нас мы всю игру тупые будем. Пусор. Пусор. Команда. Пусор, команда. Так, где? Кто тут? Феникс есть, вон он. Поехали кататься. 0-3 есть. 0-1, 0-2, 0-1, 0-2, ребята. Ты что делаешь? Фить! По КД. Что ты делаешь? Некр фармит. Сало интеллект там апается. Блин, салу нельзя фидить. Салу фидить нельзя. Так, у меня золото накопилось, кларетку беру. Я тебя сейчас пусор. Пусор. Ах ты, пусор. Жесть, он там инту апает. Но это фит чисто, знаете, такой сайленсеру вообще, типа, ну, крысиный фит на самом деле. Жесть, такой хитрый на четвертом слоте парень попался из подписчиков. Ну я просто сало не хочу фидить минус интеллект, я пойду пофармлю. Где я фармил? Ребята, напишите в комментариях, где я фармил Некролайт, когда он стоял на топе. Господи. Погнали, погнали. Сало 44 инты, жесть, у меня инты минусом. Так, где это? Тыртыдын, тыртывар. Иди сюда, дядя. А мы тебя убьем. Сюда иди. Куда пошел? Вот тебе рак. Ух ты, блин. Блин. Ой. Он меня победил. Он меня победил, прикинь. Маматобр. Так, гоу. Где там? Сало не надо. Сало я фидить не хочу. Вот этому Лиджону сфидить надо. Хорошо, сало кайтим просто. Кайтим сало и фидим другим ребятам. Леги дам сало в радиусе 900. Берет инту. Если чё. Ему не нужно ничего прокачивать, он привязан к получению интеллекта. Так, у меня уже 0.6. Еще 4, ребята, смерти. И можно начинать игру. Пойдем аккуратно, Эксписа. Жесть. Фидер. Фидер. Команда.
запрещено конкретно в таких играх стоять и просто фармить. Вы должны всегда идти тупо и фидить. И фидить, и все. То есть ваша задача в такой игре — это просто фидить. Не более. Так, подождем телепорт, да, наверное? Подождем телепорт. Там у ребят 7-0, 1-0, 3-0, 7-0. Жесть, они там... Ракманда. Ракманда. 0.31 уже есть, жесть. 0.8 делаем. И сюда. То есть нельзя стоять и экспиться. В игре нужно фидить по-любому. То есть вы должны фидить. Так, 0.8. Хорошо. Не кинут. Не понял, фри ПТС дарите нам? Да, фри ПТС, брат. Так, ну-ка, ну-ка, 0.8 уже, сейчас будет 0.9. Хорошо, что сало не качаем. Сало не додумывается, не додумывается, ребят, что нужно идти и пользоваться этими моментами. Ох, рампага, походу, будет, да? Ой, дай рампага. Рампага. Вообще зверь. Камон. Погнали. А ну, иди сюда. Полимакали, кому вот эти всякие. Ой, жесть. Так, 0.9. 0.9. Видели, пацан, Рэмпейдж делает вообще без напрягов на Легионе на 4-й минуте. Я лас смерть. Так. Так, хорошо. Блин, ну сильные ребята, оппоненты очень крепенькие. Второй левел даже, ап, нифига себе. Все, у меня 0.10 имеется, ребятки. Остальных 0.9, 0.7, 0.9, 0.7. Все, я могу идти фармить здесь лайн спокойно и при этом не париться. При этом не париться. Так, что там по артефактам? Хорошо, все, вот это продаем, это на ТПшечку и погнали. Так, 0.10 я сделал, ребята идут еще фидить. Я почему-то быстрее всех сфидил, потому что сапог, наверное, был. Ну и все, аккуратненько. Крипимся, экспимся. Даем фору ребятам в 0.50. И дальше двигаемся. Главное, чтобы сейчас не дохнуть. Хорошо. Магнусом, конечно, интересная тема. Так, Вивер у нас тоже нафидил. Вивер нафидил. Фантом тоже нафидил. Фантом нафидил. Остается у нас 0.8, 0.8. Все, я фармить, да, хорошо. Эти ребята фармить. Берем топорик, возможно, я тут буду играть через мидас. Да, именно через мидас. За 5 минут мы фидили по 0.10. Хорошо, еще фидочек. Сало там, конечно. Лего дизоль купил. Хорошо, мы тут подфармливаем, берем стики. Что там, 0.9, 0.10, 0.8. Хорошо. Ты говорил, что будет легко. Никто не говорил, что будет легко. Хорошо. По 0.9 у ребят. Эй, камон. Эй, куда? Куда ты меня на дуэль? Ну, стримера увидели, на топ побежали. Ясно. Я 0.11. Я продолжаю челлендж. 0.10 надо. Вы чё? Подает, а? Так, ну я уже могу играть по-нормальному. Ребята фидят, и я могу... аккуратно двигаться. Жесть, ну вот это, конечно, сейчас не в тему было. Они сейчас топ пойдут, наверное, толпой, да? Понимаю. Понимаю. Хорошо. Ну, Лего, конечно, такой хитрый змей. Так, 0.10, 0.9 и один некор остался еще. На подфид. Ты должен еще сфидить, дядя. Должен еще сфидить. Некор должен сфидить. Я не фидил. Вот Леги на дуэль надо обязательно фидить. Так, ну у нас есть 0.11, 0.10, 0.10, 0.11. Фору мы дали реально крутую фору. И посмотрим, смогут ли ребята что-то сделать. Оппоненты. Выиграть как-то эту игру при таком, да, дисбалансе. Но игра будет тяжелая. Все, играем. Кул игра. А дефа на ХГ камбэкнем, да. Лего, что там, дагер взял? Блин, ну это страшно, типа, это просто дуэль и все. Просто дуэль и все. Поехали туда.
Ну, Лего такой, он пушит. Лего такой, он пушит. Пушер. Легион. Он может затащить эту игру. Ну, нельзя фидить ему. Да, блин, я ж так вожу от него. Надо, чтобы кто-то подошел там, ЕС подстанивал. ЗБ. Лего, дагер. Взял уже. Сейчас тут главная вот эта задача, сейчас не фидить и пытаться как-то откачивать. Ну, не знаю, я вроде на состоянии держу, он прыгает, убивает. Такой герой. Продолжаем челленги, нужно экспиться. Экспиться. На разменах нужно играть, это очень важный момент, это игра на разменах. Бей, сбиваем. Оп, 1000 золотых. Хорошо. Первые фражечки есть. Пойдем аркану купим. Аркана нужна будет. Хорошо. Да, Лего ушел, интересно. Не видно нигде его. Страшно. Что легион грязь. Легион грязь. Феникса забрали. Хорошо, но у него стрик невысокий был. Вон он, Лего пришел. ТПшечки, да гера. Сало Лотар, не знаю, что там у Сала. Так, с ЕСом надо поработать. ЕС у нас, по идее, нормальный, адекватный. Фантома совсем что-то все плохо. Генис. Сало Дагер взял. Уф. Так, ТПшечка имеется. Вот так сделаем, уплотнимся. Этот Т2 ломает. Он так и в ХГ будет заходить. Ему норм. Ему норм. И в ХГ так будет заходить, мне кажется. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Фиссурницу ему. Поехала. Ей, камон, бро. Достану. Хорошо, дамажим. Так-так-так-так. Но не убью. Никак. Жесть какая фиссура. Ужасная просто, чувак. Ну и я сдохну сейчас, да? Жесть ты. На ЕС и жесть, руинер. Просто дал фиссуру и... Ты понимаешь? Твоя ошибка стоит сейчас почти всей игры. Нельзя ошибаться. Вообще нельзя сейчас ошибаться, тем более так тупо. Просто фиссуру не может положить, но... Зачем ЕС собрал? Я специально не говорил ребятам, какие герои брать. Во-первых, у меня не было никакой задумки. Во-вторых, нужно брать тех героев, на которых ты, в принципе, хотя бы что-то умеешь делать. Да, ну сейчас фиссуру дал, ну бывает, окей. Но, блин, у нас проблема, типа, как бы нас ломают. Нас будут ломать до конца. Ой, пайп сделать. Посмотри, какой феникс умный. Умный феникс. Давай, брат. Так что нельзя ошибаться сейчас, ни в коем случае. Ошибаться нельзя. Ошибаться вообще нельзя. Лего, наверное, пусты прыгают. Сейчас бы дагер, да? Вон Лего идет. Но в ХГ, мне кажется, дефимся. Фиссура шоквейвы, фиссура шоквейвы. Дагер бы, да, можно было бы переворачивать. Но до дагера мне очень далеко. До дагера очень далеко. Рошана пошли, да? Погнали дагер ковырять. Так, хорошо. Жесть, на самом деле напряженная игра. Реально чувствуется напряжение. Сало. Толпой сможем. Стур. Хорошо. Я не догоню, не догоню. Хорош, сало забрали. Отлично. 1000. 1к дагер. Но Лего торопится, он понимает, что тут игра такая. Крысиное нападение. Смотри, что делает.
Хорош. Очень бодро сделал. Очень бодро сделал. Надо где-то фармить вот сюда ТП. Ну тут этот будет сейчас. Туск. Тускара тоже не хотелось бы нарываться. Так, Тускара не вижу. Он лесочек подколачивает. Тускар фул фарм ушел просто. Блин, Мидас тут некогда делать. Тут нужно кайтить и подфармливать. Кайтить и подфармливать. Реально. Мидас некогда делать. Нужен дагер. И нужно от ХГ именно жесткие действия проявлять. Вон он идет. Риверы, жесть, Тараску делать. Прикинь, как мы на фиде. Команда фидеров. Посмотри, 1-13 все на фиделе. Раки чисто в атаке. Ну, видос на самом деле тяжеленький. Получается так. Оп, 1200. Надо бежать, блин, волосы назад. Все, уходит, да? АТП. Лего мид, отлично, можно пофармить. Лего мид, можно пофармить. Мидефин. 1400 золотых. Очень тяжелая будет. Фиссуры. Фиссурь. Там, правда, пайпуха. Тоже проблема. У меня почти дагер, блин. А, добить не могу. Во, на базу срочно, я там нужен. Прям must have. Ой, глобалка! Жесть, вот это глобалка сейчас была. Это сейчас была глобалочка. Это была глобалочка. Вот это была глобалочка. У меня почти есть кнопка. Почти дагер. Почти дагер есть. Ну он там не один, вообще так прыгать нельзя, чувак. Леги бы сбить. А Его? А ладно, один хп. Тупо один хп. Это дагер, хорошо. Главное не сдохнуть сейчас. Ой, хорошо, Лего сдох. Так, делай. Где? Два раза на дагер нажимаю. Тык-тык-тык. Вот так нажимаю на дагер. Жесть. Ну что это? Дагер пришел. Тык-тык. Два раза нажал. Направляю таргет. У меня герой не прыгает. Вот это сейчас может реально игры стоить. Серьезно. Даже сейчас почему-то у меня не нажимались кнопки. Что это? Это что? Лакхак какой-то. Лего топ ломает, крысит. Ты, блин, достал, да? Жесть, что это сейчас было? Почему? Ужастик какой-то. Прикинь, Туска бы забрали сейчас. Туска бы сейчас реально забрали. Я не знаю, почему не нажал. Неужели я настолько быстро прокликивал? Эх, очень обидно, ребят. Но это уже моя максимальная ошибка. Жди, 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 жди. Ну куда, рано. О, хорош. Хорош. Так, 11 левел есть. Отойду, надо идти фармить. Отлично. Так, что по артефактам? БФ. Буду играть через БФ. Ребята. Играть через БФ буду. Лучше, конечно, Юл сейчас сделать. ПКБ Лего. Есть РП. Хорошо. Отлично.
Так, это продаем. Жесть, напряжная катка, блин. ХП есть. Если что, если все кнопки нажмем, по идее, Лего должен рассыпаться. Крипов тэшки не допускать просто. Блин, внизу столько фарма, да? Вот я просто, если бы вы слышали, да? А как клавиатуру я здесь нажимал, вы бы поняли, как я нажимал. Лего умер. Блин, там такой рак на Легионе, на самом деле. Оптавр убивается. Жесть. Несколько раз сейчас нажимал. Тык-тык-тык-тык, вот так вот. Опять-таки, я шоквейвить пытаюсь. Чтобы отпушивать. Нужно тоже и ЕС, чтобы... Ну, ЕС-то чуть полегче. Мне вейвить надо немного поближе подходить. Забирайте, забирайте, ребята, давайте. Вы сможете. Сможете. Стики, стики, стики. Хорош, плюсую. Забрали. Стрик, жалко, не при мне. Я вообще ноль импакта вношу сейчас в игре, ребята. Так не пойдет. Но мне главное дагер. Главное дагер иметь. Все, ок. Я очень близко стал, я очень близко стоял. Но у меня не просто дагер как будто не работает, не знаю. Либо я так нажимаю, либо я просто так стою. Все, надо сзади просто стоять тогда. Надо сзади стоять. Камбэкнем. Так, Лего с некстовой пачкой сюда прилетает, если не с этой. Поэтому надо уйти. С этой прилетает, окей. Но все ошибаются, да? Все в этой игре сейчас ошибаются. Я тоже не исключение. Очень много ошибок. Если эти ошибки все убирать, то на самом деле эта игра на проверку, да? Вот так вот, ну... Реально на проверку вашего микро-макро при лютом перефарме, да? Что делать? То есть, понимаете, да? Лучше линку, конечно, сделать, ребят. Даже не БФы какие-то, а линку в тупую. Что-то я пересрался с этими закупами. Могли убить его, на самом деле. Так, Лего внизу. Лего внизу. Оу. Блин, он ему пофиг. Ай, камон, бро. Ай-яй-яй-яй-яй. А, еще и этот с инвизом. Сало откуда? Откуда сало? Откуда? Ой-ой-ой. Ну, типа, этот, ладно, лотар. А-а-а, сало тоже лотар. Там два лотара. Но это минус мид. Не знаю, нам в ХГ надо сидеть. Это минус мид смело, почем они заберут. Боже, я ХЗ, зачем мы вышли? GG. Да, сейчас вот максимально наша ошибка была. Некро как прыгает. Сейчас же этот закатится просто. Ну, минус мид это, в принципе, не приговор, я думаю. Это, в принципе, не приговор. Успею. Хотя бы Зевса. Но я не могу опять из-за фиссуры пройти. Но что ж это такое? Что ж это такое? Не могу из-за фиссуры пройти опять. Опять не могу пройти. Ой-ой-ой. Да хорош. Достал этот тускар. Ну реально, на самом деле они еще и понапикали героев. Таких, знаете, которыми можно давить. Фантом бегает по кругу, но не уйдет, скорее всего. GG. Да, нет, тут вряд ли получится. Но надо стараться. Я хз, очень много глупых смертей. Очень много. Надо тоже где-то, видите, они тоже лотары понабрать. Опять-таки, это подписчики, они не будут... Знаете, вот в пабе, мне кажется, такое намного легче сделать, нежели чем с подписчиками. Подписчики, они будут специально пытаться закончить эту игру, будучи поняв, да, что мы пытаемся сделать. Вот и весь смысл. Что мы вот, да, сделали такую вот игру. Типа, ну, фидим, да? А они такие, а, так они фидели, они видос-то хотят сделать.
Мы не дадим проиграть, да? То есть они поэтому и Лего ломает, он с первой минуты ломает. Он сразу с первой минуты этот Легион понял, что нужно делать. Просто ломать. Я могу потянуть его, но я не выживу ни хрена. КГ надо уйти. КГ надо выйти. Дойду. Ну, не знаю. Если я даже прыгну, если я даже дам РП, мало что поменяется. Мало чего поменяется. Фантом сфидил там соло. Это плохо. Go next. Берет фантома, да я изи выиграю там. Такой, go next. Тагер КД. БКБ, да ну нафиг ты, мощный. Пропадет БКБ, можно будет что-то нажать. Ага, вот так вот я хз. Лего на рипера. Камон, хоть что-то получилось. А тут я тоже не выживу. Надо байбекаться. Гоу, байбеки и погнали. Эй, куда Кура полетел? Надо дасты купить. Лего тоже байбекнулся. Ты посмотри, какой тарак. Туши его. Туши некор с руки. Давай, давай, камон, ребят. Сало меня бьет. Крысит с лотаром. Хорош. Вот так сдели. Ой, какой мисс-то, ё-моё. Какой мисс. Ну, дефаем, низ потеряли, но все равно... Блин, минус 900 золота, ничего не камбэкнули, на самом деле. Уф, блин, вот эта игра. Вот один Зевс там ходит, его бы можно было бы забрать. Они вниз пошли, все. Жесть. Просто ломают. Но это жестко. Это жестко. Ну, первая катка, видимо, у нас будет... Да пошел ты, блин. Вот сейчас вот ты-ты-ты-ты-ты вот эту по пробелу похреначил. Прыгает, бежит, БКБ нажимает. Умненький какой. И допрыгнул. Мне нужно, наверное, под фиссуру. Либо под Еул, либо под фиссуру так делать. Либо под Еул, либо под фиссуру. Что ты там? Крипи. Работает. Вторая смена пошла. Блин, ну линку надо, да. Либо Еул, либо линку. Я РП поставить не могу. Да даже если я поставлю, у нас нету урона, у нас нету комбинации. У ЕСа есть. У ЕСа до сих пор нету дагера в этом контора тоже. Контора такая. БКБ нажал, идет. А, просто в тупую БКБшится и бежит. Прикиньте, что делает. Хорошо, это минус. Отлично. Отлично, это минус. Минус Лего. Можно заехать сейчас будет. Вот так вот сделаю. И туши, давай, давай. До конца. Уф. Но нету дамаги. Фантом тут. Не по пику. Нет байбека. Бей-бей-бей. Бей-бей, должны. Давай, давай. Ой-ой-ой, Вивер, ну не сдавайся, брат. Тараканов хотя бы. Один кидай сразу. На вивере держит зачем-то. Не, но эту катку таки мы не выиграем. Да, эта задача довольно-таки сложная. На самом деле очень лютый перевес. Еще Легион там специально тупо в пуш. Вот нет, я выиграю. Вот типа, ну, зная, они знают задачу уже. И тяжеловато. Тяжеловато тут очень вот это камбэчить. Фантом useless. Этом пике. Фантом useless в этом пике максимально. Он ничего не делает. Фантом это вообще хардкерри. Как можно было додуматься взять хардкерри? Типа, ну,
Типа это реально хардкерри, хз, хардкерри, хардкерри брать в такой катке. Это гг. Но, тем не менее, мы попытались. Первая игра у нас с комом, но, опять-таки, мы еще, в принципе, не проиграли. Может быть, камбэкнем, прикиньте, игра с мегакрипами. Ну, а у нас вообще ничего нет, просто даже дефить нечем. Если Магнус еще как-то, да, на рандоме хорошо заходит, то тут крайне тяжко. Пусть пушат. Такое, конечно. Такая, конечно, катка. Столько ошибок было, да? Если бы эти ошибки все исключить, то, блин, сбили меня дагер. То можно пробовать. Чей-то даст. Лежит чей-то. Жестко, конечно, блин. Конечно, это жестко, ребята. Это жестко. Немножко тот фантом не по пику на самом деле. Вообще не по пику фантом. Ну ладно, это была первая попытка. Я не знаю, какие попытки будут у нас успешны, но нужно пробовать, потому что задача не из легких. Реально, задача не из легких. Очень тяжелая задача. Го пробовать. Ну что, ребята, некстовая игра у нас загружается. Уф, если честно, тяжело. Очень тяжело делать эту задачу, когда, особенно если оппоненты просут, да, и 0-10 фид, потом атака. Возьми Магнуса. Да, пусть возьмет Магнуса, я с Веном таки чувствую... На нем удача будет. Так вот сделаем. Если химика не забанят, то химика беру. Если хима не бан, то я. О, найс. Химика возьму. Химика возьму. Первую монету бы забрать. Но они заберут, скорее всего, ФП, да, химика? Хорошо, химика можно будет. Камбэк на омника. Омника взяли. Эх, тяжко будет. Но на химии... Попробуем. Уф, ребята, начинается у нас вторая игра. Вторая игра, 0.50 фида. И ехала. Блин, я сейчас нажал паб и зашли. 9-8 слот, это опять подписчики. Опять подписчики. Печалька. Ну, ничего, посмотрим. 0.10, 0.10 фидим. Потом играем. Понял. Третий слот у нас поменялся, у нас третий слот молча ушел с прошлой катки, который играл на вивере. Каждый, 0.10, ехало. Сразу. 0.50 даем фору оппонентам и играем. Блин, это у меня жопа подгорает, и сейчас на алхимике. На алхимике тут будем играть не в стандарте. Рикимару, да, неприятно будет. Ладно, посмотрим. А, Рики. Рики, омник. Мне главное монету стартовую забрать еще. Ребята сейчас затмятся вот этим фидом. Затмятся и поехало. Некор. У нас хороший пик уже. Кентавр. Кентавра тяжело будет убивать. Ладно, справимся. Станов достаточно. Тут бы, блин, что-то такое, чтобы драться можно было. И с нюками прям, рили. Чтобы нюки какие-то были. Все, ок, нюк. Какой-то. Еще либо фен с лазером, с ультом, я хз. Вот, ну реально, тут феникс офигенно зайдет в этот пик, либо Магнус. Магнус есть же. ЕС Кунка слаб будет. Он не очень. Клок. Клок тоже неплохо пойдет. Все, вот такой затар. Погнали. Манки. Фит. Резче фидить. Команда, рак. Погнали, ребят, ну попробуем на алхимике это камбэкнуть. Нетсер. Ура, закрил. Нетсер, куря закрыл.
Нет, Серкура. Манда. Рак. Нет, сир. Нет, сир. Ура, закриль. Пацаны, пошло дело, уже есть. Фитти, фитти. Пошло, ФБ. Манда, рак. Так, 20. Блин, зря я ТП сейчас завязал. Да? Манда, рак. Так, монета, монета, ребят, 3 секунды. Хорошо, фидим, 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 фидим. Я пошел монету брать. Я за монетой. Жалко, я ТП, надо было ТП не сливать это. Внизу, надеюсь. Не заберут. Так, на топе лежит. У нас там кого-то на лайне нету. Смотри, 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 Кент бежит за монетой, походу. Брат, не надо, не торопись. Успею, по идее, ни хрена я не успеваю. Нифига, это незаконно, да? Давай, давай, давай. Нет. Ну нет. Просто рак. Где? Надо фидить. Фидят. Где? Я фидить мне все равно, типа. Не понимают, что это. Команда, рак. Так, 0-3. Джесс, все монеты забрали, но плюс 500 не помешало бы, реально. Не помешало бы. Да по миду надо фидить. По миду намного быстрее будешь фидить, чем по боковым. По боковым долго фидить будешь. Не убивай, не убивай. Убивать нельзя. Не убивай. Потом начнем. Так, еще 50 золотых накопилось. Покупаем. Чтоб золото не терять. Команда, рак. Команда, рак. Так, 0-4 есть. Кто у нас лидирует? Но я лидирую по фиду. Да, блин, как обычно, да. Команда, рак. Монетки, монетки мои. Надо тем, кого изи убить. Команда рак. А, команда рак. О, команда рак. Сейчас умрет чел на Урионе. Команда рак. Главное писать, что команда рак. Так, есть. Хорошо. 0.5. Уже 0.5. Хорошо. Кто там? Нифига себе, там этот омник душит, там трипл киллы. Не, ну сильный омник, как выиграть, я хз. Так, ладно. Снайпер почуял уже. Прибежал, прибежал. Запах, запах свежести. На омнике парень, конечно. Ай, какой умник, сильный. Команда рак, так, 0.6. Мне еще 4. А внизу это что там такое? Так, ну я не буду сливать это, надо еще. Еще 4. Самое веселое это, наверное, начало в этой игре, а потом тяжело. Потом тяжело. Что там у нас? 0.6, 0.6, 0.6. Хорошо. Сапог брать и бежать фидить. Го топ фид. Фид. Фид топ, да. Догон фура, это по кайфу. Они еще не понимают, насколько это будет серьезная для них игра. Это будет игра для киберкотлет. Хочу снайперу пофидить, омнику хватит фидить. Вай, блин. 0, еще 0.3. Еще 3. Так, ТП-шку возьмем. Пойдем внизу фиданем. Кентарион. Центарион тут стоит. Ему надо фидануть. Давай, убивай меня, дядь. Ты меня боишься, что ли? Я тебя не боюсь, ты меня боишься. Рак. Хорошо. Рак команда. Блин, жалко, что я с мейна это делаю, потому что
Я могу... В пабе можно отлететь за это. Поэтому, ребят, никогда так не повторять. Но это ради видео. Ради видео. Посмотрим, получится ли у нас сделать это видео таки. Что там, Омник? Soul Ring, 5 левел. Ну, у меня хотя бы 2 левел пассивно на Аполе. Жесть. Они еле-еле бегают. Они понимают, что мы их не атакуем. И, типа... Так, крысят. Но Омник там вообще жесть такой забавненький. Сейчас Soul Ring нажмет и сдохнет сам. Рак, команда. Так. Команда, рак. Ой, еще один. Хорошо. Так, ну я две кларетки нас собирал, да? Хорошо. ТПшечка. Нет, ТПшку мы не будем юзать, мы знаете, что сделаем? Когда сдохнем, потом на ТП пойдем. Еще. О, там уже на этот некор уже сделал. Некор фарми. Парни, мне мид оставите, я в миду буду. Интересно, а там руна есть? Пойдем руну прочекаем. Руну прочекаем. И вернемся. Так, рун нету, все, фидим тогда. Хорошо, все. Я все. Я все, так, 0.47, хорошо. Фура топ ломает. Хорошо, что фура не в некров там, а он чисто по фану думает, что можно там. Так, ну все, я готов. Я готов. Вардик имеется. Все, погнали. Рак, команда 0.9, остается Магнус. Так, монета, монета, монета. Хорошо, ну это закупчик вот такой. Все, Магнус у нас дает крайнюю, да? 0.50, все, 1.50, одно там даже кого-то уже забрали. Хорошо. 0.50. Все, можно работать. Ой, не надо. Пожалуйста. Сколько фарма тут у меня? Все что ли? Ну, типа, вы офигели что ли? Серьезно, все что ли такое? Ну Рики у меня в миду тут 100%. Хорош, снайпера заберет. Так, я себе соло кур возьму. Такой, начал фармить, да? МБ ты мне оставишь, думаю. Хорошо, ну надо сейчас... Филочек, сентричочек. И аккуратненько на подстаке. Очень сильно хотел на свене, но химика не забанили. Химика не забанили. Поэтому на химике попробуем. На химике и не такой камбэчили. Сейчас фура прилетит с догоном, да? Ай, как больно. Станчик на разочек. И работаем. Пойдем сейчас лес подстакивать. Так, этот умрет сам. Все, первое собираем. Конечно же, армлет. С армлетом двигаться. Можно нормально. Руны бы завардить. Вартаники. Попросим ребят руну подвардить. Снайпер есть шестой. Блин, я умру с ультимой, это просто. С ультимой это просто умру. Пойдем пешком. Если монета. Монета? А, нет. Жалко, что не монета. Так, но мне нужно... Гоу. Снипи. Ой-ой-ой-ой-ой. Прикинь, да? Сразу ушел. Надо шестой левел. Монета есть, да? Иду, иду, иду. Ух ты. За монету сдохнуть не очень хочется. Жестко. Но мне нужен хил, иначе я не смогу стоять.
Он сейчас придет и просто будет ультом зонить меня, и все. Поэтому надо отойти. Надо отойти. Вивер, если мид, вивер. ТП мид. Изи. Убьем. Хорошо. Какие не были бы у снайпера слоты, он всегда будет куском говна на 85-й карте, реально. У него там маднес, что-то фазы. Плюсую. Хорошо. Там маднес, фазы. Че, может быть, соул сделаем? Соул сделаем. Соул сделаем, может, как думаете? Прям вот сейчас соул сделать, типа, на ману. Аккуратно будем фа... Вообще, ацидом могу дефить очень хорошо. Сейчас пойдем прочекаем руну. Внизу ребята собрались, да ломать собрались. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я могу ацидом тпхнуться, дефнуть. Что тут? Монетка, хорошо. У меня пока КД. Если ХГ ломануться, то можно будет. Очень важно каждого крипчика, конечно, добивать. Очень важно. О, Вики Цуск забрали. Это хорошо. Хоста. Тоже хорошо. Это жестко. Но эту катку, чувствую, шанс у нас есть. Ребята, оппоненты не торопятся. Я смотрю, блин, не, ударить не дает крипа. Хорошо, эти ребята, оппоненты не торопятся. Надо подпустить. Не торопятся, у меня почти есть армлет. Почуть-почуть камбэкнем. Камбэкнем. Не надо, дядя, пожалуйста. Я умер, скорее всего. Да, без шансов. Просто подойдет, хильнет. Меня пол... Я что-то так подзабылся на самом... А, он еще... Если у него аура в 3 или в 4 единицы, это жесть вообще. Стакни. Стакни. Я пойду. Форману. Ну, там у кого-то радик. Радик у кого-то. Рики радик. Деф. Так, ну окей. Моя ошибка, сейчас сдох. Надеюсь, они сейчас не пойдут. Блин, стаки. Вот такая тонкая грань, да? Тонкая грань на стаке нужно. А, да, он пошел. Прикинь. Тонкая грань, стаки не прогулять. Я умер тут. 100% умер. Ну, клок стоит, мог бы помочь тоже. Ладно. Мне тупо надо в лес сейчас идти. А, вот здесь сейчас заберу. Да, надо было просто сейчас в лес идти, добивать армлет, а не пытаться в миду что-то делать, там перефижены. Чуть не помогли мне сейчас, да? Ну, клок мог ворваться, не знаю. Не считал нужным, может. Опять-таки, моя ошибка, зачем близко подходить. Но у меня тоже быстрый, блин. Же быстрый. А дефливать мы можем в любом случае. Но мне нужно чуть пофармить. Нужен армлет хотя бы. БМчик бы сделать еще. Гоу-гоу-гоу. Сможем, мне кажется. Что-то сделать-то по-любому сможем. Хорошо. Дабл килл просто. Ой-ой-ой. Закупчик. Так, ну стан надо качнуть. Крипов не хиляй только, дядь. Хорошо. Блин, это офигенно. Мы сейчас этой дракой. Этой дракой сейчас много камбэкнули. Этой дракой сейчас очень много камбэкнули. 50 фора мало, давай еще. Рак-команда.
Так, я стан подраскачиваю. Next герочек, наверное. Дагерочек и фулл фарм. Если я, в принципе, не буду бегать сейчас с командой, а буду пытаться выфармить, то, мне кажется, эта игра очень быстро поменяет оборот. Нужно идти в лес сейчас, фармить в лесу, и я перефармлю. Я перефармлю. Я перефармлю, надо двигаться. Хорошо. Берем ацит. Отлично, блин, сколько тут фарма. Если сейчас получится в радик выйти, я выйду в радик. Так необычно сейчас на такой минуте с такими слотами бегать это. Да, конечно. Кринжово. Это, конечно, кринжово. На низу фарма много. Ну, лес просто, ребят, колотим, короче. Главное, лес не слить еще. Я могу. Я могу лес слить. Я могу лес слить. Так, 3300, я в радик. Я в радик. Найс, камбэкнем, я чувствую. Фармить дают. Фармить дают. На миду гоу фармани. Фармить дают. Фармить дают. Ух ты. Сбил таки, да? Блин, я сейчас специально по лесу вел, да, этого курьера. Он его таки все равно сбил. Криса. Да там внизу фармит магна. Мелочевку вот эту, как бы мне хорошо было бы оставить. Вообще офигенно. Почти радик. Так, топ ломают. Ребята пока в дефе, но мы фармим. Этот скелетов, естественно, не поднимет. Хорошо, Магнуса. Тут, если по большому счету, если бы мы были вот реально очень сильной, слаженной командой, то я бы, скорее всего... Так, это дропнем. Я бы, скорее всего, попросил бы Магнуса, чтобы он раскачивал двойку. И прикиньте, вот, то есть ребята там сейчас на дефе держатся, да? А я с раскачанной там двойкой Магнуса просто пенетрирую крипов. Реально, жесть, они ХГ полезли, да? А еще не полезли. Так, сделаем. Пойдем, да? Так, что там по куре? Радик есть, отлично. 17-я минута радианс. При таком фиде. Но меня не трогает никто. Рики тут, да? Рики. Хорошо. Рики тут. Хорошо. Радик есть. Сделал. Отлично. Так, travel, ТПшечки. Стаки, иду. Иду. Может даже не регенец. О, так лог там уже сам убивает. Просто понимаете, да? Смотрите, там 16-0 омник. 12-2, 10-2. И они уже начинают просаживаться. Вот что значит в пабе писать, да? Хоть и два подписчика, но остальные это пабовые игроки. То есть... В пабе это вообще, типа, изи. Игроки просто не понимают, что это, типа, рофлы, да, такие? Опасные. Можно каточку слить, да? Чувак, создай, плиз, скелетов. Очень надо. Спасибо. Так, стан. Размакшенный. Парни, гоу дефить. Мне с радиком нельзя умирать. Если что, глифанем. Кентавра есть стан, Дагерович нету. Кента даже Дагера нет.
этого первым. Ой, хорош. Жесть. Так, я travel возьму. А лучше dagger, конечно. Dagger лучше. Dagger не хватает. Неужели я сейчас бабахну просто? Come on, бро! Ладно. Ой, не попал хукшотом. Ну все, мы камбэкнули, в принципе. Я это уже чувствую. Я это уже чувствую. Погнали по лесу. Рики нету, никто не сможет меня напрячь. Лицо. Ой, как вы сладенько встали. Красавы. Просто лучшие. Все, даггер имеется. 20-я минута, в принципе. Я сейчас тпхнулся по артефактам. И сейчас 20-я минута. Примерно на 15-й минуте у меня стандартом такие артефакты. Я сейчас 15-ю минуту оделся уже. Это очень хорошо. Стрики позабирали. Все, тут изи. Камбэк. Все, тут изи, ребята. Изи кумбаск. Монетка еще. Отлично. Курион еще аганим делает. Но вот разница, да, писанины в пабе и писанины против подписчиков. А вы говорите, что подписчики играть не умеют. Подписчики 1к ПТС. Подписчики играют намного лучше, чем стандартный паб. Вот сейчас, по-моему, там 4-5к ПТС паб играет. Понимаете, да? То есть разница. Насколько. Насколько велика разница. Так, я это по лесу отправлю. Сам по миду. А лучше в лес пойти вот сюда. Это тут. Мы тут будем скрип скипать сейчас. Хорошо. Вот это вот тут вот так вот. И фармим. И не дают скипать, да? Хорошо, этот погибнет, по идее. Да, сгорел. Найс, и вот здесь кружочек. Камбэк лютый. Лютый камбэк. 2600. Что next? Там манта, скорее всего. Можно БКБ сделать. Отлично. 3000 имеется. Так, ребята, пошли ХГ, да? Глифов нету, но я сейчас ТП дам. Отлично, я это все это время в инвизе буду. Yes. Ой, хорош. Кентавр туда еще. Да не, это уже конечное, ГГ. Это уже для них конечное. 4000, это манта. Это уже конечное для них. Это уже для них конечное. Камон, камон. Но все-таки это реально сделать. Это реально сделать. Чувакам даем 0.50. Они не могут выиграть. Командарак. Это жестко, ребята. В принципе, надо тут, наверное, заканчивать. И все, и видос у нас удался. Если честно, это круто понимать, что такое видео мы смогли все-таки сделать. 0.50. Все, это вин. Выполнено. Эту вины выполнено. Хорошо. Конечно, не сравнить. Вот почему меня постоянно это сворачивает? Не сравнить, конечно, с прошлыми оппонентами, тем, что они сразу давили, да, это напряжно прям. О, гоу, драку. Хорошо, есть.
Фурион, Фурион, по фарму чемпион. Бесплатно писюн сосает он. Хорошо. Осуждаю максимально за то, что я сказал сейчас. Максимально осуждаю. Но это все, это конечное. Это конечное, ребята. Это конечное. Чё-то изи катка, да? Кто-то по-любому комментарий напишет. Изи катка. Изи катка. Пацаны расслабились и получили. Прям, ну вот на 85-й, да, вот как вот пару стриков забрали, да, и камбэкнули сразу все слоты. Это говорит о том, что сколько бы вы ни нафидели, камбэкнуть можно. Что там, монета, да? Заберу. Заберу. Так, 5000 есть. Все, я свои слоты, кстати, в 6 слотов вернулся на 25-й. Очень быстрая динамика. Очень быстрая динамика. Так, это в лес. Это продаем. Хорошо. Так, это вот сюда. Снайпер там пидонит. Камон, бро. Жестко. Погнали заканчивать, ребят. Все, все 6 слотов имеются. Очень быстро выформили. Шесть слотов имеется. Куда делся? Сладенький. Хорош. Чётенько. Но это уже точно. Как мы их, блин. У нас даже, блин, по сути, команда не собрана. Мы еще так и выиграли. Хорош. Ракманда. Да, и меня закрыло, прикинь, да? Хорошо. Это уже наглость. А, Вивер, бро. Вивер, бро. Погиблый. Аганимы купим пацанам сейчас. В принципе, мы можем пытаться заканчивать эту игру. Пытаться заканчивать. Кто там умер? Лок. Но еще катка, кстати, не выиграна, а мы так наглеем, да? Так наглеем. Что там Магнусу аганим сделать? Магнусу аганим сделать. У Магнуса 3 РП будет тогда. Будет как заряды. Гоусь, да? Так, 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 так. Вот тут надо типов. Так, есть. Еще монета, небось, снизу. Не, повезло. На топе заберем. Сейчас ластовый слот сделаем. Погнали сюда. Вместо армлета надо слотик еще. Вместо армлета слот сейчас возьмем. Так, где-то тут будет парень на омнике. А, вон он вышел. Вон он вышел. Инвиз. Хорошо. Ты, Криса, о, энд большой. Иди-иди, вижен. Жесть, я там все открыл, многозадачность пошла у нас.
Хорошо. Так, некро аганим можно сделать. Сейчас я пацанам аганим сделаю, наверное. Шестой слот не буду одевать. Шестой. О, кормушка. Кормушка. Два аганима сделаю, пацанам. Это некру надо будет сделать. И кто у нас еще там? Вивер делал, интересно, аганим уже. Лока есть аганим, точно знаю. Сейчас до магаза пойдем. Так, это сюда. Это сюда. Жестко, конечно, мы их перебили. Мне кажется, тут после такой темы нужно на лютую мораль садиться и... Так, это раз. Некр. Где? Давайте так сделаем. Некро аганим. Ча, стакну. А поздно уже стакать, я уже сделал аганим. Стой. Хорошо, все есть, всем застакано. Аганимы есть. И 4000 еще сверху, найсово. 4000 еще сверху. Так, ну в принципе можно душить. Заканчивать эту катку. Я пацанам аганимы раздал. У самого все тоже хорошо. Можно шард взять и слоты одеть. Да, да, го, закончим. Мне кажется, тут можно на изи уже. Аганимы есть, все есть. Тут вот такую штуку купим. Это МКБ будет. Это будет МКБ. Клок там соло куда-то побежал. Ух ты, блин. О, МХ. Хорош. Ой, камон, бро, камон, только не я. Лицом повернуться. Эх, и не успел, не успел. Лицом повернуться. Вивер мог достать, по-моему, не? У него форса была, да, вивер не доиграл сейчас, получается. Отходил, очень далеко. Там дистанция. Ну, вивер не доиграл, может, неопытный в этой теме, что в 4. Сейчас бы хватило бы дистанции. Хватило. Он здесь шел, я здесь. Ну, вот здесь. Ну, отсюда можно достать до сюда с аганима. У него и форс был. Ладно, пофиг. Так, ну что, мы камбэкнули, ребят. Можно спокойно поздравить, но игра еще не закончена. Я отдал сейчас трик свой, это очень плохо. Но чисто как МХшник сыграл, в ХГ прыгнул. Убил. И нужно заканчивать. Я будто чай пил. Так, ну я меньше всех, кстати, нафидел. Лол. Меньше всех. Если честно, видосик, ребятки, напряжный. Я немножко как не в своей тарелке себя чувствую. Но на этом, на алхимике сейчас камбэк вообще легкий был. Жалко, что в этой игре, именно вот в этом видео, нету такой вот, знаете, изюминки прямо, что с мегакрипами камбэк. Но опять-таки, это отдельный видос будет с мегакрипами камбэк, да, именно конкретно сделать ситуацию, чтобы были мегакрипы, и чтобы конкретно игру играть в с мегакрипов, да, просто понимаете, о чем я. Понимаете, конечно. Что, тут оставляем вот такую, наверное, канитель. Сами. Так, делаем. Хорошо.
О, мне бы сплэша сейчас. Пойдет. Неплохой врыв. Ну, это ГГ, все. ГГ. Ребята, ну что ж, можно поздравлять. Мы сделали. С 0.50 фидом мы выиграли. Мы выиграли с 0.50 фидом. Удали дота, надо написать. Хорош. Ну и все, ГГ, ломаем. Ну, эта идея того стоила. Эта идея того стоила. Хорош. Рак. Команда. Рак, команда побеждает. Рак, команда побеждает. О, покушать принес, братишка. Хорошо. Ну что ж, смело заявляю, ребята. У нас это получилось. Ой, какой. Больше всех киллов у него. Ассистов у меня больше всех. Ой-ой-ой. И меня бьет этот, ну, такое. Можно байбекнуться? Байбекнуться. Отлично. Да хорош, опять меня тут под колодцем подстанивает. Да камон! Уфу, хп возвращает. ГГ, ну что, ребят, на этом наша катка, на это видео закончено. Найс, мы победили с отрывом в 0.50. В этой катке конкретно. И это было жестко. Ну, на самом деле, разница лютая. Где играем паб, и где играем против подписчиков. Подписчики всегда пытаются заруинить видосы. Первая катка этому подтверждение. Ну и что ж, в принципе, нужно сделать выводы. Реально ли выиграть, если ваша команда нафидит фору в 0.50? Да, выиграть реально. Как видите, я зашел в паб, и мы выиграли сейчас эту игру. Спокойно выиграли эту каточку и без особо каких-либо напрягов. Пару стриков ребята отдают, и все, и катка камбэчится. В этом и смысл 85-й карты. Если на 83-й такое камбэкнуть просто физически невозможно, потому что там совсем другая камбэк-система, да? То есть тут золото немного по-другому распределяется. То здесь 85-й это все намного легче. Поэтому, ребят, не унывайте в случае, если у вас катки получаются, да? Все нафидели там туда-сюда, не сдавайтесь, вы можете выиграть. Я вам реально говорю, вот это видео тому подтверждение. В первой катке у нас не получилось, потому что там ребята слишком динамично зашли и намного быстрее они закончили игру, чем вот эти ребята. То есть тут несколько дефов, оп, и все, и мы начали тащить. Поэтому все, друзья, спасибо всем за просмотр. Обязательно поставьте лайк на это видео, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. Уф, на этом все, друзья. С вами был Ксеназос и... До скорого!